И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Генезисе. Сегодня пойдем снова по миссиям. Да, у меня, по сути, без миссии вроде бы осталось только притомить магмозавра и все. Ну как притомить? Вырастить. Вот. Все откладываю это дело на потом. Но нужно как-нибудь до этого добраться. И в целом уже нужно добраться до лунного биома, чтобы потом было чем разнообразить. А то сейчас все вот это попройду, и разнообразить лунный биом нечем будет. Если меня достанет лунный биом, куда я оттуда сдрисну? Никуда. Так что нужно будет. Но сейчас... Слышь, кусок говна! Я же эту миссию только что прошел. Без шуток, я там получил седло на магмозавра сейчас, альфа, и кстати, да, вот на оно, я вот это седло получил, кстати, загриндолим его, и у меня миссия не засчиталась, вот говно, пожри, ладно, бог с ним, еще раз пройду, чтоб вас всех... Но это уже будет потом, потому что сейчас я хочу пойти на миссию. Давай, выворачивай. Надо эту уже кусок говна убрать отсюда, она мешается только пройти. А, пойдем сейчас за спина. Идем в болото на спина. А, спина — это то же самое место, где и это. Или я бету запустил случайно. Да вроде альфа была. Хотя урон такой сильно жесткий был по это. Может, я и бету запустил случайно. Ладно, фиг с ним. Значит, два раза бету прошел. Лошара. Вот. В общем, короче, пойдем сейчас на спина. Шпион против спина. Естественно, запускаем гамму. Как на изиче. В целом я подразобрался, как, если что, тоже более или менее такой способ такой, как более или менее искать. Да, во-первых, на болоте. Все-таки стоит признать, на болоте в ночное время здесь потемнее. Не замечал этого. Но вот эти вот следы намного лучше видны. И в целом, вот, допустим, справа в углу, видите, там следы, да? Сейчас нас сосканируют, смотрим вниз. И она показывает, где этот след. Можно пройти вот так, и он следующий след тебе обязательно покажет. Это, короче, прям что-то с чем-то было. Вон там где-то следующий след. Нет, вот там следующий след. А, нет, это я здесь был, а по тому следу я прошел случайно. Вот, и вот так вот, то есть смотрим вниз, самое главное не профукать, чтобы на вас не напали. Ну, на гамма как бы пройти можно, вот так вот, смотря вниз, как бы без лишних хлопот и проблем. Можно, конечно, вот так вот смотреть. Тоже, вот, видно сразу же, что как где, так плется. Вот, и сразу же видно, где какие следики. Опять-таки же, ночное время, они так хорошо видны, вон, видите? Как вдалеко я вижу следы. Вот такая вот приколюха. То есть, честно, если бы не эта миссия, я бы даже бы не знал, что на болоте все-таки ночное время немножечко темнее, нежели дневное время. Да, еще эти долбаные пирожки. Пирожки, иди сюда. Не, ну выпендриваешься так до конца, давай. Так, отойди. В общем, все в этом плане, конечно, оказалось намного легче, но если знать свои, так скажем, премудрости, прихитрости. Вот. Можно вот так вот, к примеру. То есть не обязательно это. То есть вот. Оп. Вот, видите, да? То есть вот он, она сканирует, и вот он следик, только он уходит из-за экрана, и ты уже все. То есть от первого лица тоже можно тусить, как бы, без проблем. Но опять-таки же, главное тусить на Дина. И капразухов вовремя ловить.
То есть они не станут, они просто сбивают тебя с седла, но если ты вовремя прожимаешь атаку, прям вовремя прожимаешь атаку, то ты их сбиваешь, точнее убиваешь до того, как они к тебе подлетят. А вот и спиночки. Спиночка. Спиночка находится в воде, а в воде он наносит доп. Урон. Это тоже стоит учитывать. Но так как мы ногами, нам на это пофигу. Ну вы сами понимаете, что вот с таким уроном разве не должно быть пофигу? Отлично, эта спина меня еще и спас от капразуха, да? Красава. Бью лапой, чтобы наносить дополнительный урон. Вот, пожалуйста, вместо того, чтобы 5 раз ударить, как говорится, ротом укусить, ударил 4 раза лапой. Соответственно, нанес те самые дополнительные 12 тысяч урона. Да, балаболит, конечно. Ну, что-то я уже как-то привык, это прикольно. Она дополнительно что-то балаболит, это какое-то разнообразие даже. Ну, да, если бы я в самом начале бы играл бы именно с этой функцией, то у меня бы уже бы бесить начало. Но пока что разнообразие славливаю, прикольно. Но увидел пиранью, захотел убить ее. Тут как бы все легко и просто. О, бежишь. Там же никого нету. Тем временем уже светает. Уже сейчас начнут исчезать следы. Ну, в том плане, что они становятся хуже видны. Да, баги, конечно, с травой, это еще та приколюха. Они то появляются, то исчезают. Но, ну что, что поделаешь? Самый топовый момент, когда ты вот так можешь на ускорение просто проскочить и словить. Там несколько следов. Это прям вообще топовые моменты. Типа прям конкретно это время не тратишь, прям такой кайф получаешь. Да, конечно, допустим, на том же самом... На том же самом Рексе, вот видишь, да, я сейчас как бы не словил его. И получил энную проблему. Так, давай-ка, братан, на пассив. Я вот это убиваю. Отлично. То есть, как бы вот, не словил, он у меня выбил седла, и все. То есть, мы уже энное время потеряли из-за этого. Вот, если успеваешь славливать, то вообще как бы пофигу. Он тебя сбивает седла, ты остаешься на седле. Да, Рекс был бы здесь вообще топ. И бионического Рекса бы притомить здесь вообще было бы топово. Во-первых, и по болотам мне нужно было бы плавать, а ходил бы я на них, я не спорю. Но я захотел что-то мишенька притомить. Да, кстати, бионического бы Рекса притомить было бы вообще бы топо. А, так это та же самая первая миссия, я в итоге в тот конец болота уйду. Походу, дело на Гамме, они всегда такое миссии дают. Так, туда бежим. Чё скажешь? А чё ты мне ничего не говоришь? Я где-то что-то пропустил? Слушай, возможно, я где-то что-то и пропустил. Возможно, я где-то что-то и пропустил, и просто с одной точки на другую точку перешел. Как это было на Гамме в этом? Ну и, соответственно, раз я пропустил, значит скрипт не сработает. Это понятное дело, так уйдет сюда. На, прибежимся немножечко назад. Болот, конечно, это очень в этом плане тяжелое. Потому что ты просто порой делаешь хругаля, заделать нефиг. Не привезло, предыдущие два раза у меня такого не было. То есть, как бы я. Мне не приходилось возвращаться назад. То есть. И в целом я бегал. То есть. Вот сейчас миссия, да, я бегу с этого угла в тот угол. И она дерьмовая. Вот честно, дерьмовая. Предыдущие миссии у меня не были такими. То есть, как бы вот, которые я бегал за кадром. Они у меня не были такими, я бегал по болоту, внутри болота, то есть вокруг той же самой точки, где я беру миссию.
И вот как бы, вот опять я столкнулся с такой же проблемой. То есть как бы мы вроде бы и пришли на нужную точку, но дальше следов нету, потому что по идее он по скрипту должен там появиться, но я какие-то эти следики не открыл для открытия этого скрипта. Так, короче, сейчас поставим на паузу, чтобы лишний раз не пробегаться уже по кругу, и поищем эти самые нужные следы. Отлично. Вот там было это сюда. Я сейчас, когда сюда подбежал, по новой я пробежался туда-сюда. Я когда сюда прибежал, такой вспомнил. Блин, а это была такая фигня, где я просто прошел вперед, и там был у меня этот Сарка. Вот здесь же снова прошел вперед, причем мне показывали следы в конце, следы сзади, но спавн Дина, который должен быть, который должен бывать, он спавнится там, а не вот здесь. То есть он должен был быть на экране, но на экране его нету. И ну, вот как бы, да. Такая вот беда, столкнулся с этой проблемой чутка. Ну давай вот там, иди сюда, что поделаешь. Ну здорово, жирнич. Серьезно? Вот, капразуха опять не увидел. Вот, поэтому такая проблемка. Благо, это всего лишь навсего гамма. Я сразу же сел на седло. Вот, поэтому, ну вот как-то так. Ну вот как-то так. Да, все-таки это дебилехонькая гамма. Опять-таки же повторюсь, она самая сложная в этом плане, что здесь много тупости. Я сейчас чувствую, как бы опять не в ту же самую тупость я загнал сам себя. Так, ну-ка. В сторону. Вот сюда. Угу. Вот, как я и сказал, то есть как бы таким способом очень легко найти, то есть даже днем. Смотришь вниз, и он тебе говорит, куда нужно бежать, даже если ты не видишь следов. Пошел нафиг. Угу. Вот опять-таки же следы, смотри, показывают куда, а ты поворачиваешь сюда. То есть как бы направление следов здесь тоже сделано на болоте, по крайней мере, очень-очень неправильно. По крайней мере, в водном. Ой, простите. По крайней мере, в водном и... Чё, в... Господи. В зимнем биоме, вспомнил, как это называется. Там таких проблем не было. То есть я там спокойно, куда направляю, туда и иду. То есть как бы таких проблем вообще я не встречал. Здесь же такие проблемы встретились, но что с этим поделаешь. Так, очень много пираник. Я сейчас, возможно, здесь снова пропущу нужные следы. Потому что, если не ошибаюсь, это на этом болоте потом следы эти нашел нужные. Вот, поэтому тоже лучше вот так вот он. Бежим туда. Вот куда показывает нам игра, туда и будем идти. Только нужно немножечко подзачистить. Угу. Вот они, следы. Лучше сильно не торопиться, нежели потом минут 20-30 пытаться найти, где что вообще происходит. Отлично. 102, да? В прошлый раз было, конечно, 90 с лишним. Не 102. Но я, походу, уже прошел то место, где следы спавнились не так, как нужно. Ну окей, погнали обратно. Погнали обратно искать нужные мне следы. Они где-то были в болоте тогда. Так, пошли все вон, ублюдки, мать вашу. Подойдись, посторонись. Ну, будем пытаться искать новые следы. Опять-таки же повторюсь, на другом маршруте таких проблем нету. Вот на этом маршруте я уже второй раз теряюсь. Первый раз маршрут это был на на Сарказухе. Вот, миссия с Сарказухом. Второй раз я вот теряюсь на Спина. То есть как бы это вполне нормально. Это такой маршрут,
на котором ты просто обязан потеряться. Ну, благо здесь времени полно, как бы потеряшка ненадолго. А если вы надолго, то ты все равно найдешь, у тебя время есть. Но, допустим, на Альфаче или на Гамме, о, на Бете, это была бы сильная проблема. Ну, что поделаешь, поищем. Куда деваться-то? Вместе надо проходить. Ой-ой, ну все, погнали реверс делать. В обратку бежать и искать нужные следы. Ага, вот, нашел то место. Как я в итоге его пропустил? А вот я не понял, как я мог пропустить. Я чё, с этой стороны? Ах ты, серьезно? Это то место, где я дрался со Спина. Из-за того, что Спина заспавнился вот здесь, я и тогда тоже пропустил. Из-за того, что моб спавнится здесь, а не там, где он должен спавниться, вот здесь, где Брантач, я и в прошлый раз, и в этот раз пропустил следы. Потому что нужно пройти с этой стороны. Вот они, те самые следы. Просто спавн, точка спавна Диноса, неправильно, ну ты посмотри, вот она, вот опять то же самое. То есть просто из-за того, что точка спавна Диноса, похоже, находится не там, где нужно, ты пропускаешь, хочешь ты этого или нет, ты пропускаешь следы. Следы, то есть вот эти следы. Угу. Я все еще и на них не наступил. Вот. То есть... Да, следы начинаются отсюда, а Дина спавнится вон там. Ну, точка спавна, что поделаешь. Ты как бы это никак не изменишь, и ты с этим ничего не сделаешь. Еще раз повторюсь, там показывает, типа... Братан, возвращайся назад. Вообще-то... Последние следы там. Вот, а Дина спавнится в другом месте. Ну, как бы... Еще раз повторюсь, разрабы, они, по ходу дела, ну, не тестили очень много всего. Вот, и вот здесь я уже пошел, видите, по следам по всем прошелся. Все. Один след, да насрать, то есть, как бы, на него вообще пофигу. То есть, как бы, один след он ничего не делает. Опять-таки же, это та миссия, где ты с одной карты, можно так сказать, с одного края карты на другой край карты перебегаешь, и там уже миссию проходишь. То есть, как бы, эта миссия, она, ну, неберёхонькая. То есть... Во-во-во, вот они появились сразу же без проблем, все нормально. Да ладно, Дипокаус? Серьезно? Так, а кто там еще у тебя? В друганах? А, Димитродон. Димитродон, Дипокаус, вот тебе лошара. Димитродон. Наработал неплохой трофей. Заработал неплохой трофей. Ну, гига, слушай, ну седло на гигу хорошее. О, седло на гигу лучше. То есть за бет, о, за гамму это неплохо. Вот, тут получается седло гиги, значит, да, я получаю. Ну, неплохо. По крайней мере, приз очень... Очень внушительный приз, я бы даже так сказал. Ну, что могу сказать? Наверное, чтобы не затягивать серию одним и тем же. Там, призы показать, призы не показать. Ну, типа, камон. Вам это интересно? Ну, будет то же самое, только я получу немножечко этот комплект получше. Вот, поэтому я не вижу смысла, по сути, проходить, типа, бету и альфа, чтобы и ваше время не тратить. Ну и я уже более спокойно пройду, без лишних нервов, со смыслями, да твою мать, я просто 5 минут лишних показал людям и задержал их. Такие вот дела. Вот, ну и третье. Чем видео меньше весит, тем оно загружается на YouTube быстрее. Очень долго на YouTube загружаются видосы. По 2,5-3 часа длинные видосы. Вот это видос примерно загрузится за 2 часа, хотя бы, вот, может даже за 1,5. Вот, так что в этом плане все будет хорошо и, ну, проблем никаких с это не составит. Но опять-таки же здесь уже будут, я буду бегать как вариант по болоту, поэтому внутри и
делает все то же самое, что вы сейчас уже увидели. Только с уроном намного меньше. Ну а я на этом уже с вами, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Ну все, всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра, всем пока.